Всем здравствуйте, меня зовут Люба, и мы с вами в парке Горького. Это работа Елены Александровны Янсен-Манизер, которая называется «Девушка на буме». Две скульптуры создавались для парка Горького и Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова в городе Ленинград. Вообще работы в парке были посвящены нескольким темам. Теме просвещения, теме эстетики, теме спорта. Однажды первая директор парка Бетти Николаевна Глан побывала в музее изящных искусств и очень вдохновилась работами, посвященными различным видам спорта. Но, как вы понимаете, в музее скульптуры выполнены из мрамора, в парке же такие работы ставить довольно проблематично. Поэтому многие работы исполнялись из гипса. К 1935 году многие известные скульпторы создают из бронзы свои работы, посвященные различным видам спорта. Именно поэтому долгое время центральная аллея парка Горького носила название «Аллея физкультурников».